Привет всем подписчикам и тем, кто просто меня смотрит и в будущем станет, я надеюсь, моим подписчиком. С вами я, Зедонозавр, я начинаю 11-ю часть игры в Спинтарис. Продолжаю я в грузовике, в одном из грузовиков, на вороченном таком, ехать по воде. Потому что в другой... Так, вот здесь еще одна дорога есть, я выехал. Может быть, здесь у меня удастся мне заехать, наконец, уже на другой берег, что у меня не получалось очень уж долго. Дальше ехать, я не знаю, стоит ли там, берега высокие слишком. Так что давайте здесь попробую заехать. Хотя повернуться здесь будет очень трудно, так как течение, оно всегда мешает, сбивает меня с пути, с направления. Ну, по крайней мере, если что, разворачиваться, и меня не получится в одной из сторон. Такой вот, такая вот закономерность. Ну что ж, попробую. Может быть, у меня получится все-таки заехать. Если же нет, попробую в третью машину. И там попробую. Потом, может быть, самую первую прямо здесь попробую. Потому что самые первые машины, на которые ездил на КамАЗе на желтом, я здесь не пытался проехать. Ну, посмотрим все. Видим, но уже не в этом выпуске. Наверное, не получится, потому что я вот тут опять немного застреваю, точнее, сильно застреваю даже. В общем, все не очень хорошо идет пока что. Но надеюсь, все будет замечательно. Дальше ехать я не хочу, так как там высокий уровень воды, мне кажется, слишком будет, даже по краю, если плыть, потому что слишком высокие берега, хотя, может быть, я и выйду куда-нибудь нормальное место. Должен же быть мост все-таки, мосты здесь есть. Ну, попробую когда-нибудь в следующий раз проехать дальше. Ну, конечно, лучше по лесу, хотя там урон большой будет, наверное. Но зато буду знать дорогу и как ехать, куда, если вообще мост тут. Хотя я уже на самом краю, надо в другую сторону ехать, может быть, там будет мост. В общем, все, надо в следующие разы делать уже, только если... Сейчас у меня не очень удачно получается заползти тоже. Я почти вроде развернулся. Это очень трудно, потому что если заднюю передачу включать назад, очень сложно развернуться, так как назад это против течения. Я, мне кажется, вообще не шевелюсь. Даже гараж еще видно. Да, тут слишком очень высокие берега. Я вообще не знаю, зачем тогда тут дорогу сделали, если тут почти невозможно проехать, хотя, возможно, это я. Ну, блин, немного. Хотя, может быть, и много. Думаю, надо возвращаться в гараж. Если бы сильное течение настолько не было, может быть, было больше, проще чуть все это делать. Какой-то странный путь мне начертили. Очень уж странный. Так, 23 урона, 18 литров я потратил за эту поездку. Ну, это понятно, в общем-то. Я ехал вообще в другую сторону. Мне вообще в другую сторону надо. Даже не по первой дороге, по которой я ехал, а по-другому вообще ехать.
Давайте здесь. Хотя тут деревья мешают, вот это самый главный минус. По-другому никак не проехать. Платформа лесовоза, может быть, ее установить, потому что, наверное, она нужна, а то, что я с бортовой платформой, она, наверное, не поможет возить лес. Отправляюсь, пробую сейчас разогнаться и в дерево врезаться. Это, конечно, будет очень большой урон, но надеюсь, я снесу хотя бы одно дерево. Это не так уж и просто, оказывается, тут делать. Нет, у меня не получилось, к сожалению. И, походу, опять придется ехать по дороге раздолбанной всей. Блин, я даже на маленьком дереве застрял. Да уж, конечно, сложно по деревьям тут ездить. Сносить их очень сложно. Но как-нибудь, наверное, когда-нибудь будет получаться на более мощных машинах. Я, короче, вернулся в гараж. Короче, мне... уже начинает надоедать эта игра, у меня терпения очень мало. Так что. Давайте-ка я попробую по второму пути только напрямик поехать с этого берега, с этой стороны сразу же напрямик поехать на тот берег, а не через реку, не по реке туда двигаться, а как-то по-другому. Уже по дороге, по второй, которая с другой стороны тут находится. Главное не помять машину соседнюю. Так, я сейчас заеду на камни, главное на них не застрять. То частенько такое происходит. Вроде все нормально прошло. Едем дальше. Так вот, по этой дороге я сейчас проеду прямо сразу на пролом. Да, только на пролом у меня не получится. Кажется, я застрял в камнях. О, конечно, плохо. Опять придется возвращаться. Клёво вообще. Нужно, я думаю, попробовать другую машину. Что ж, я думаю, на этом все. Всем пока, подписывайтесь, ставьте лайки.
Продолжение ждите в следующем выпуске.